Четвертое видео о том, чтобы вывести Hello World в консоли, используя язык Couple. Четвертое видео. Я ненавижу Couple. Я удалил плагин, перезапустил комп, установил плагин, перезапустил комп. Компиляция. Есть. Кавм. Есть. Запускаем машину. Couple. Ты. Проверяем IP. IP другой. Хотя, может, я открою еще раз. Не, IP другой. Надо ввести internal IP, если я не ошибаюсь. Куда ты лезешь, боже? Ну или я могу добавить новый. Почему? Зачем удалять? 51, 55. Готово. Так, готово. Запускаем. Опа! Хорошо. Хорошо пошло. CE started. ME started. CE accelerator started. LAE started. Все, запустилась машинка. Заебись. Так, машинка запустилась. Что надо делать дальше? Так, во-первых, я бы хотел тебя видеть здесь. Хотя бы, ну, можно сюда. Да. А, ты и ты. Что надо делать? Engine мы запустили. Скомпилировали файл Hello World KPL. Это source. KST. Это компилированный. Вот он есть. Так, Cast Manager. Refresh CE. Есть. Есть engine. Load файл. Programming Eclipse Test Hello World. Выбираем engine, выбираем файл, deploy. Deployer sending castle finished, refresh. Есть, есть существующий каст. Refresh CE, refresh LLE. Что тут делать? Ага. Я выбираю engine, в нем есть cast, я выбираю cast, выбираю engine LLE и говорю run. Фу, так, ME клиент, агент готов, агент start to run агент. Все, могу выбрать агента и нажать несуществующую кнопку. Блять. Допустим, resume агент. Is not in pulse state. Так, блядь, как тебя запустить, агент? Или ты был запущен? Запустилось! Оно запустилось! Hello World запущен! Боже мой! Ура! Фу.